На футбол не пускают. Вообще? Вообще. Почему? Ну, дебошируют, пьют. А что, их за это головку, по головке гладить, что ли? Ага. Самое строгое. Почему? Ну, не положено так вести себя. В нормальном обществе. Да. Как мне кажется, если они поступают неправильно по отношению к окружающим, они должны нести ответственность согласно закону Российской Федерации. Суровое какое. Нагличают ребята. Какое наказание все-таки должны понести Кокорин с Мамаевым, на ваш взгляд? Справедливое. Да, справедливое. По законодательству, по нашему, в соответствии с законом. Мне кажется, кроме того, что нас кто-то должен защищать, кому мы платим налоги, еще, наверное, в голове должна быть какая-то планка. Это воспитание, образование. В общем, я не хотела бы в такую ситуацию попасть.